Шалом, шалом. Самый высокий Бог и Христос благословит вас. Как у вас дела сегодня, мои люди, в России, Украине, белорусские и другие русскоязычные народы? Надеюсь, что все у вас сегодня очень хорошего, где вы были. Если вы в университете или на уроке, или на работе тоже. Сегодня у нас новая тема для вас. Сегодня тема – это очень, очень главный закон для нашего Бога. Сегодня тема – это называется субботный день. Или шабаш, или священный день отдохновения. Час мы открываем, сейчас мы открываем в Ветхом Завете. Открывайте, пожалуйста. Исход, глава 20, стих 8. Исход, глава 20, стих 8. Помните день субботний, чтобы светить его. Еще раз. Помните день субботний. Значит, что? Надо, что мы будем помнить этот день. Потому что как я уже сказал на старый видео, мы были в Разве, а когда мы были в Разве, мы забыли все его законы. Поэтому он здесь сказал, потому что мы знаем, что он, что наш Бог, он видит в будущем. Он создал все у нас сегодня, и тоже он тоже создал все человеки. Он знает, что есть, когда мы будем, или во время, где мы, когда мы будем забывать все его законы. Поэтому он сказал здесь, помни день субботний, чтобы светить его, чтобы что? Светить этот день. Это не как остальные день. У нас в воскресенье, понедельник, во вторник, среда, четверг э, и пятницу. Мы можем делать, что мы хотим эти день. Работать. Мы можем покупать, продавать, жарить э, воду или готовить еду. Но это седьмой день, субботний день. Тоже называют Господня день. Господь день, мы должны соблюдать этот день, как он здесь, извиняюсь, мы должны соблюдать это закон субботний день или седьмой день. Еще раз. Исход глава 20, стих 8. Помните день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякое дело твои. Значит, что у нас шесть дней делать, что нам надо сделать. Работать, продавать, покупать все вещи от магазина. Или на рынок. А седьмой день, а седьмой день, а день седьмой, суббота Господу Богу твоему, не делайте в них никакого дела, не ты, не сын твой, не дождь твоя, не раб твой, не рабиня твоя, не скот твой, не пришлец, который в жилищах твой. Никто ни, никто может работать этот день. Дальше. Стих 11. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, чтобы в них, а в день седьмой пошил. Посему благословил Господь день субботний и озвратил его. Он озвратил этот день. Почему он озвратил этот день? Почему это очень нужно, что мы будем соблюдать этот день как свечный день? Сейчас мы открываем. Битие глава 2, стих 1. Здесь мы будем понимать, почему этот день очень-очень нужно для нас отдохнуть и не работать вообще. Битие глава 2, стих 1 так совершенен не Бог и земля, и все войск воик. И соверши Бог седьмой дню дела свой, которые он делал и пошил в день седьмой от всех дел свой, которые делал. И благословил Бог седьмой день. И благословил Бог седьмой день. И я святил его, ибо в не пошил от всех дел свой, которые Бог творил и создал. Еще раз. Мы начнем сейчас в Битве, глава 2, стих 2. И совершил Бог к седьмому дню дело свое, которое он делал. И по седьмому день седьмой от всех дел свой, которые делал, это что он тоже хочет, что мы будем сделать сегодня. Надо отдохнуть от всей работы, которую мы делали первые шесть дней в неделю. От воскресенья до пятницы, перед закатом пятницу. Мы должны от заката пятницу до заката субботни отдохнуть от всей работы. Этот день – это для Его. Еще раз. Битие, глава 2, стих 3. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, и Бог он не почил от всех дел свой, которые Бог творил и создал. Он отдохнул от всех, которые он сделал шесть дней. Или шесть дней, извиняюсь. Мы открываем сейчас Левит 23, Стих 1. Здесь наш Бог повторял этот закон для нас через его пророк Моисей. А сейчас мы послушаем, что он сказал об этом. Левит 23, стих 1. И сказал Господь Моисей, говоря, Объяви сыном Израилевым и скажи им о признаках Господних, в которые должно созывать священие собрания. собрание. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дело. А в седьмой день суббота покоя священное собрание. Никакого дела не делайте это суббота. Господня во всех жилищах ваших. Еще раз, еще раз. Я медленно сейчас буду прочитать или буду читать и объяснить. Левит 23, стих 1. И сказал Господь Мой, и говоря, объяви сынам Израилевым и скажите им о праздниках Господник, в которые должно созывать свящнее собрание. Созывать священие собрание. Священие собрание значит, что этот день мы должны мы должны быть вместе. Мы должны быть вместе этот день. Наши люди. Не только твоя семья, не только твоя семья, и тоже твой сосед, если он Израиль человек. Мы должны быть вместе этот день, потому что это его день. Он хочет, что мы будем вместе этот день и поклоняться его, поклонять его этот день вместе и прочитать Библию вместе. Этот день очень нужен для его и тоже для нас. Еще раз. Объявите сынам израилевым и скажите им о праздниках Господних, в которые должно созывать священие, собрание. Должно. Должно. Это обязательно. Это не если я хочу или нет. Нет, это обязательно. Должно созывать священное собрание. Вот праздники мои. Это день, это его праздник день. Это праздник для нас. Дальше. стих 3. Шесть дней можно делать дело. Шесть дней можно делать дело а в седьмой субботу покоя. Священное собрание никакого дела не делайте. Это суббота, Господ... Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Здесь он сказал священное собрание. Что это значит? Я уже объяснял раньше. А сейчас об этом мы будем, читать, мы будем считать в Новом Завете. Мы открываем сейчас евреям глава 10. Евреям глава 10. А мы посмотрим, что его апостол Павел сказал об этом день Евреям глава 10, стих 25 не будем оставлять собрание своего, как есть у их обещай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближнее для одного. Еще раз. Не будем оставлять собрание своего. Значит, что мы не будем оставлять этот день. Мы не будем оставлять этот день как есть у некоторых обещай. Но будем увешивать друг друга. Будем увешивать друг друга. Это очень нужно для нас, потому что, что? мы уже были на работе 6 дней. Мы уже очень устали, и где мы работаем, есть люди, которые не верят в Бога а когда мы будем вместе с ним на работе, с ними на работе, иногда мы очень, зли, мы очень злиться очень с ними. И тоже мы очень, как сказать, очень устали на работе. Но этот день, субботний день, должен быть вместо, что мы будем разговаривать между друг друга о все недели, когда мы были на работе. Мы можем сидеть вместе как сказать, пить вместе, не бить пьяно. Не бить пьяно. Не надо бить пьяно. Это очень против наш Бог закон. Еще раз. Не, буд не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обещай, но будем увешивать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Анава. Потому что мы знаем, что мы уже ближе, когда Иисус Христос будет здесь. Это Его Отец закон или заповед для нас от Левит 23, стих 1 до 3. Я это повторяю сейчас. Мы открываем еще раз. Книга Левит глава 23, стих 1. И сказал Господь Мой и говоря, объявите сынам Израилевым и скажите им о празднике Господник, в которые должно созывать священное собрание. Еще раз, священное собрание. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, и в седьмой день суббота покоя священное собрание. Никакого дела не делайте. Никакого дела не делайте. Напомните это. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Здесь он сказал о священное собрание. Если вы заболели, вы можете быть дома. Он будет paniy match to vi zaboleli. I yesli vi zaboleli eshchyo raz, naprimer, grippa, nada bit doma. Potamusta yesli vi budite gria, astanie vashly budit, an etozhe budit, an etozhe budit zabolel. Nada bit doma. Yesli vi uzhe etiye strana ili drugoy Мы можем понимать это. Бог может понимать это. Сначала. Это не проблема, потому что ты уезжаешь в другом стране или в другой штат. Второй. Здесь сказал, никакого дела не делайте. Сказал никакого. Это значит, если... Вы уезжаете. Это значит, если вы уезжаете в машине, а вы были на улице или на дороге, и твоя машина сломалась, что вы будете там сидеть до заката субботни? Нет. Надо заботиться, это проблема, что вы будете продолжать уезжать туда или куда вы уезжаете. А еще пример для этого. Мы сейчас открываем книга Матфея. Uh, нет, книга. А сейчас мы открываем книга Марка. Здесь он сказал, где мы прочитали раньше, он сказал, что никакого работа сделайте этот день. Но мы можем... Работать этот день, но это вопрос. Мы можем работать этот день, да или нет? Сейчас мы увидим. Открываем сейчас книга Марка, глава 2, стих 23 и случилось ему в субботу проходить за сиянными полями. И ученики его дорогою начали срывать колосью. И фарисеи сказали ему, неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взял сам и випши с ним? Как вышел он в дом Божий, при первосвященнике Авиафаре и ел хлеб и приложение, не, которые не должно было есть никому, кроме священников, и дал и вывшим с ним. Дальше. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Здесь это пример Здесь это пример, когда мы можем работать. Здесь они не точно работали. Они просто очень голодные. Они забрали это колоссие на поле. И они начали покушать. Потому что они очень голодные. Иисус Христос у него нет проблемы с этого, потому что они очень голодные. Если они не покушают, или если они не покушали, тогда, может быть, они будут очень заболеть, или очень устали, они... может быть, они будут очень устали, тогда, или умер. Потому что они уже были на, как сказать, они уже были на работе надолго. А мы знаем, их работы – это проповедовать это Библия. Проповедовать наш Бог законы. законе. Мы можем, например, например, мы можем работать в седьмой день. Это как? Работать, где вы работаете, нас в остальной, в остальной день нет. Это не это не одинаково. Работа, которая у нас в седьмой день, это проповедовать эту Библию на улице. Это наши работы этот день. Это наша это наш работа этот день. Наша работа в седьмой день – это проповедовать эта Библия, это его законы на улице. И все. Покупать вещи, продавать вещи нельзя. Только проповедовать это, это Библия или его законы на улице. Это наша работа в субботу. А сейчас у нас другой пример. Где Иисус Христос работал в седьмой день. Мы открываем сейчас книга, Лук, книга Луки, глава 4, стих 16. И пришел в Назарет, где были воспитан и вышел. По обыкновению своему в день субботний в синагог и встал читать. И встал читать. Читать что? Это это в субботный день. Если вы будете читать остальные стихи, вы увидите, что он проповедовал эту книгу этот день. Мы должны работать для Бога этот день, не для нас. Только для нашего Бога. Это пример здесь. Иисус Христос это сделал. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter and podcast and stay up to date with us. For more information please visit www.israelunite.org.